Сейчас тут мы ходили, гуляли, нам дали вот такие вот гостевые. Пушкин фитнес-клуб. Подарочный сертификат разовый. У них тут бассейнчик, тренажерный зал, хамам. Дали три взрослых. Это пойдем я, Оля и брат мой Гор. И еще детские. И два детские. Так что посетим и посмотрим, может, хорошее местечко. А пока мы пойдем что-нибудь KFC возьмем, да, Милан? Что, погнали? Вот у них раздают здесь вот Пушкин. Получилась реклама, да, Эдвин? Эдвин, кашка малаш. Смотрим, тут пуховичок, бомбчики, бом-бом. Ну-ка, одень, Милан. Давай. Нет, одень капюшон. Сначала капюшон. Как там в клипе? Ну-ка, давай, Милан, сделай. Давай, как будто ты в клипе, давай. Бомбчики, бом-бом. Классный пуховик. Идем, выйди, покажи, потом покажешь это. Идем сюда. Ты нам покажешь? Вон, Милана слилась с пуховиками. Ну. Идем сюда, выйди, пройдись-ка в ту сторону. Туда обратно. Вода, вода. Красиво. Не беги, красиво пройдись. Да, иди так. Размер нормальный же вот этот? Да. О, красавица. Теперь. Ну идем, идем. Одень капюшончик, я сзади посмотрю, как смотрится. Ладно, мы тогда тебя не купим. Одень капюшон. И иди туда медленно. Вот, нормально, да? И обратно. Сюда, сюда, и запикает. Ну, да, вот это слишком лицо, да? Да не, наоборот, классно. Что выбрала? Ну, покажи. Конфетку, пап, вот. Вкусная помощь. А какой берешь еще? И дели-бели. Милана у нас сейчас мультик смотрит. Все люди сидят и кушают. А я пиццу хочу. Милана хочет пиццу. Халатик. Халат. Мама выбирает халат. Мама хочет тебе халат и тапочки. А и у нее пижамку. Ничего нет. Да? Ничего нет. Да. Она вот такая, вообще ничего не берет. Да? Сейчас мама выберет себе что-нибудь. Помягче, потом тапочки берет. Миланочка еще взяла себе пиццу. Да. Только забыли взять ножичек и вилочку, да? Да. Милана так не любит кушать. Пицца называется филичи, а мама рубит картошечку. А я все
все убираешь. Зачем мы эту пиццу покупали, да, спрашивают? Ну, я сказала тебе, я не буду есть разные. Мяночка не любит всякие штучки непонятные. Ну, я знаю, что это, но не люблю. Ну ладно, кушаем. Ждем маму с Миланой. Они зашли тут, игрушки выбирают какие-то, а мы взяли с Эдвином мороженое. Это маме мороженое с дыней, а это я себе, Миланочка не хочет. А ты что взял? Апельсиновый. Эдвин взял апельсиновый сок и охрип еще. Да. Хочет сказать, что он типа заболел, да? Не заболел, а просто охрип. Ну просто нельзя охрипнуть, ты заболел, знаешь. Вот апельсиновый сок, попей. Может, нас чуть не сбили. Надо сделать зацеп. Да, зацепись и уезжай. Вот эти все. Может, я поснимаю? Я думаю, что бар. Да? Ну, как он, я смотрю канал бар. И вот это все из этого. Китай. А вот они сзади все нарисованы на упаковке. Видишь? А где нет? Это они? Вот она. Вот и твоя. Вот, да? Это? Да. Вот это там есть даже. Ну-ка, вот покажи. Этот, вот как? Этот китаец в Барби даже есть. Вон целненько. Китайка. Нет, китаец. Китаец это мальчик, а китайка это девушка. Китайка. Китайка, да. Белая. Да. Нравится тебе? Да. Классно выбрала, я да? Я открываю. Нет, давай дом откроешь. Сейчас домой придем, откроешь. Дайте мой липман. Ну все, пошли домой. Необычный такой чувачок. Медведь. И в коробке.